Добрый вечер, мастер. Не могу продать дом. Долго ли я буду продавать? Вся особенность человеческого страдания условно разделяется на метод такой. Когда вы хотите очень сильно для чего-то, то вы, скорее всего, это не продадите никогда. Почему? Это такая особенность. Вот смотрите, как устроено. Когда к вам приходит человек, то он должен увидеть ваш дом и хотеть его купить. Но вы его хотите продать, потому что он вам не нужен. А он хочет купить, потому что он ему должен быть нужен. Получается разность интересов. То есть он идет покупать то, что ему нужно, а вы продаете то, что вам не нужно. И тот человек, который должен купить самое нужное для него, сталкивается с тем, что он покупает то, что вам не нужно совсем. Как это все изменить? Необходимо представить свой дом. И представить, будто вы вновь в него заходите, и он прекрасный. Почему? Помните, я говорил, что эмоция создает желание. То есть вы заходите в свой дом и говорите, какой красивый потолок, какие красивые стены, ой, какой красивый пол, ой, какие красивые, а какой выход, а вот это все красиво, и вот это красиво, и вот это. И как мне нравится, и нравится вот это. Подумайте об этом, попробуйте каждый день это делать. Это будет являться неким магнитом, который сможет это все сделать. Второе. Перед тем, как это делать, сделайте так, чтобы очистить вашу квартиру. Почему? Там же есть мысли, элементы, энергии и так далее, тех людей, которые там жили. Запечатайте пространство. Помните, я обучаю? Очистите помещение, заполните его новой программой и продавайте. Ну что же это такое?